Михаличенко. Хороший пас налево. Можно входить в штрафную площадку, можно делать передачу и можно бить удар. Один из первых. Футболист, который провел 54 матча за сборную команды Италии, сегодня 55-й. Капитан команды, 6-й номер. Борьба жесткая, борьба. Ну вот, удар, комбинация, эти атаки. Итак, сборная команда Советского Союза. В атаке удар. Ну что ж, еще. Угловой удар. У наших ворот на этот раз. И дальше атака продолжается. Нужно входить в штрафную площадку. Олейников. Отличная передача. И теперь удар должен быть. Пас в штрафную. Гол! Нет, боже мой, какой момент. Так, штрафной. Штрафной закончится ударом. Либо Виалли, либо Арицетели впереди. Потому когда атака из глубины. Ох, как опасно. Ох, как опасно. Удар выше ворот. 1-1. Счет опасных моментов. Очень. Кончельскис. Олейников. Можно бить, Михаличенко, можно бить. Можно. Нужно бить. Ну что ж, неплохо. Карты цвет тайма были заметны. У итальянцев хорош Джанини. Лучший, на мой взгляд, Лентини, Мальдини, Борези, Виалли. Риппа бьет. Опасно. Вот. Вот тоже закончился. Последние минуты. Не очень удачно наша команда играет. Скорее полный бьет. Я лично могу пример поставить футболистов Германии. Редко падают и редко. Ну и вот и Азилио Вичини уже не так спокоен. Не очень сильный удар, мяч где-то рядом со штангой. Булатов, руководитель московской мэрии. Лужкова, посол Италии, футбол на высочайшем уровне, есть возможность для удара, для хорошего удара. Это дает возможность прекрасно Черчесов на хоккей, и вы знаете, это в какой-то степени отражалось, помогало спорту. В каком смысле? Ох, как опасно, ох, как опасно. Нет, бог мой, какая опасность. Штанга выручила сборную, безусловно. Да. На футбол, на хоккей приезжали. Вынуждала и всех младших руководителей, заместителей тоже посещать соревнования. Ну и решать разные проблемы. Опять атака сборной команды. Решать разные проблемы. Халимова. Такой туман опустился. На большую арену. Можно бить, нужно, нужно бить. Удар, мяч сидит рядом. Шалимов. По-прежнему мяч с мячом наших выборов. Чувствуется, что они тоже устали. Можно идти в штрафную площадку. Шалимов входит в штрафную. Теперь нужен точный пас. Нужен точный пас. Шалимов это умеет делать.